Ребята, всем привет! Ну, наконец-то подъехала моя новая пародия для вас. А перед ее просмотром я хочу вновь порекомендовать вам классный канал Джулии Фан. Эта девчонка снимает очень смешные пародии на популярные хиты. Джулия любит экспериментировать с различными образами, перевоплощаясь то в милую девочку, то в брутального парня. Сама Мия Бойко посмотрела одну из ее пародий и оценила на самый высокий балл, а Клава Кока лайкнула и прокомментировала. Также совсем недавно мы сняли с ней совместную пародию, так что скорее переходи на ее канал и смотри. Ссылка на канал Джулии будет в описании. На часах 3 часа ночи звонит какой-то номер. Ой, Мария Ивановна, вы спите там, что ли? Это ты, Петрова? Ну, конечно, сплю. А я вашу математику тупую учу к доске. Кто пойдет отвечать ДЗ? Просто ли с рук по списку пойдем? Давай, Петрова, мы тебя ждем. В общем, тут такое дело. Я не учила, вчера болела. Ах, поболеть ты, значит, решила. Поздравляю, 2 заслужила. Это чтоб в следующий раз ты мозги свои включила. На часах 3 часа ночи звонит какой-то номер. Ой, Мария Ивановна, вы спите там, что ли? Это ты, Петрова? Ну, конечно, сплю. А я вашу математику тупую учу. Как ты разговариваешь со мной? Мария Ивановна, не будьте злой. Я говорю вам все по факту. Ваша математика меня бесит так-то. Но другим же она нравится как-то. Кроме нее есть другие предметы. И что ты мне хочешь сказать на это? Вы задаете слишком много. Как ты разговариваешь с педагогом? Ты мне еще тут поговори. Ох, что тебя ждет впереди? У тебя ни совести, ни стыда, а без математики никуда. На часах 3 часа ночи звонит какой-то номер. Ой, Мария Ивановна, вы спите там, что ли? Это ты, Петрова? Ну, конечно, сплю. А я вашу математику тупую учу. Математика. 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 Математика.